Всем привет, с вами Антихрист, сегодня как в старые добрые времена. Будем играть всякие игры. Без какого-либо монтажа, без запариваний, просто играть в игры. Нам нужно выполнить этот квест, выиграй бой 15 раз в режиме парное столкновение, и ты получишь вот такой вот значок интересный. Будем играть на кольце. Надеюсь, нам с игроками повезет. Так, давайте надо. Не то надо. Да, блин, почти убили. Что ж так не везет? Так. Знаете, что я хочу сказать еще? То, что... Вот кроме этого летсплея по Brawl Stars, я вообще хочу сделать новый второй сезон. То есть, можно сказать, я буду заново, как и раньше, играть в всякие игры. Неважно какие, просто буду играть. Пока буду играть те, которые у меня есть на телефоне. Потом на какие-нибудь другие перейду. Вот так вот, в общем-то. Но пока мы выигрываем, слушайте. Хоть только 4 команды, 3 уже. Давайте уничтожать нубов. Уничтожить нубов. Тотальное уничтожение нубов. Нате. Сейчас мы уничтожим ее тоже. На. Изи ГГ, да. Ну ладно. Не будем хвастаться, просто выиграем. Она хочет еще раз играть с нами. Ну а давайте. В принципе, не такой уж плохой игрок оказался. Я думал, будет хуже. Я вообще, как у вас дела, люди? Вот, что могу про себя сказать? Надо подумать, что могу про себя сказать. Ну, что-то он... Что-то Эль Прима лезет на рожон, сейчас мы его убьем. Вот так и надо, наказали нуба. Блин, нашего сокомандника убили. Ну ладно. В общем, сейчас это Антихристе ничего не упускается, никакие летсплеи, никакие мемы, никакие новые разборы, гайды, приколы, шутки, лайфхаки, истории и так далее. Ничего не упускается подобного. Поэтому, ну, мы как в старые добрые времена опять будем... Не надо. Блин, нашу Шелли сейчас убьют, ну... Шелли сама виновата, я считаю, что ее убили. Блин, нас жмут. Нас жмут, почему мы не можем? Сейчас мы прожмем его. Блин, она офигеть как много сносит. Он офигеть как много сносит. О, знаете, я считаю, что вот этот чел один из самых имбалансных дальников. Он, в принципе-то, если раскачается, может и вблизи тебя ёбнуть. Ну, короче, что могу сказать о жизни? У меня скоро будет уже выходной, поэтому... Возможно, будет ролик новый на Cosmic Firework. Не знаю, будет ли он на Cosmic Firework или нет. Ну, в общем, думаю пройти клабстеп. Сделать кучу всего другого. Да. Новый, вот насчет новых разборов, вот кроме летсплеев. Вот, да, вот второй сезон летсплеев. Это так прекрасно, так офигенно. Насчет разборов и более серьезных видео, вот. У меня в будущем будет видео по Денису. Да сделаю уже айсберг по Денису. Потому что у нас была только первая часть айсберга по Денису. Теперь будет вторая. Потому что мы разобрали только топ с Денис, а у него еще есть фарм. Который, наверное, даже более важный, чем...
Блин, ну не попал, не попал. Это... Как она... А, она АФК. Ну, легко достаточно. Слушайте, что у нас все вообще в гору идет. Блин, блин. Тупой... Тупое... Тупое существо на коль... На Эдгаре. Блин. Я не, даже не знаю, делать все-таки монтаж для этого ролика, потому что... У меня столько речевых ошибок, потому что я не умею говорить. Это отвратительно. Когда не умеешь говорить... Ну ладно. Изи ГГ. Сосать. Давайте еще сыграем. Каточку. Такую финальную каточку. Самую простую финальную каточку. Вот. Также думаю сделать новый формат. Типа обзор всего творчества, допустим. Обзор канала Мафиозник. Хотя не знаю, по каким критериям оценивать. Вот, блин, интернет. Я бы, может быть, оценил какой-нибудь канал, не знаю, по каким критериям, типа, вот в этом видео он играл в эту игру, в этом видео тоже он играл. Если бы наше творчество хоть как-то отличалось бы друг от друга, бы, то это было бы интересно. Так вообще нет. Ничего, не о чем рассказывать. Можно айсберг сделать или какие-нибудь смешные моменты. Это да, это рубрика нашего канала. Но о чем другом еще говорить? Блин, 14, 14, 14, целите. Он идиот. Как он мансит? Мы покарали этого ложка. По-настоящему надо учиться играть. Давайте, давайте. Блин, просто хорош. Просто хорош, красавчик. Просто красавчик. Шелли просто тащит. Блин, куда полезла, куда полезла. Давайте, надо забрать. Все, 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 все. Да блин, почти. Тупой ФКшник. Спасибо за лишнюю банку, так сказать. Сейчас давайте, давайте ее. А, прекрасно, давай, надо всадить ее больше пуль. Ну блин. Главный минус этой Шелли, то что она как бот. Она просто лезет на рожо. Она не понимает, что ее могут грохнуть. А, я думал, он АФКшит. Он не АФКшит. Да вы издеваетесь. Курсит, ёб твою мать. Гомонись уже с этими спидранами по Geometry Dash. Давай, давай. Давай, дожми, дожми ее. Просто лучше. Просто лучше, красавчик. А4777. Да, если он тупой ник, ну ладно. Мы апнули 15-й ранг, ебой. Ну, в общем, вот такое самое простое видео вышло. Извините за запинки, извините за другую грязь. Я просто по-другому говорить не умею, я просто такой... Ну, не отсталый, но, да. С изъянами, так сказать, да. Чтобы не порочить своими, скажу, с изъянами. В общем, спасибо всем за просмотр. Я не думаю, что это будет смотреть, потому что... Либо смотрят какие-то очень дохуя интересные темы, либо смотрят какие-нибудь мемчики, не знаю, там все такое. Мы летсплеи мало кто смотрит. Ну, в общем, спасибо. Пока.